Поехали. 26.02.22 года. Я сегодня вот по поводу вот положения в Малороссии. Которую некоторые недоумки называют Украиной. Вот я что хочу сказать следующее. Вот такой радостный момент, ну, приятный момент, не радостный, это слишком, что наконец-то Путин заговорил, посмотрите, какие удивительные вещи, о декоммунизации. Вот. И хочу напомнить тем, кто мы говорили о необходимости, о том, чтобы овладеть Харьковом, что нельзя сдавать Харьков, Одессу, Мариуполь области, да. Нам говорили диванные вы генералы, то. Ну вот мы увидели, кто диванный генерал, когда натовские ракеты чуть ли не уперлись в башни Кремля, тогда уже в Москве дошло, что вот значит вот эти коммунячи, вот действительно диванные генералы. Вот. Ну, хотя я вот, можно Шапошникова, допустим, назвать диванным генералом, он же не выезжал на фронты, в отличие от Жукова, ну, он как бы нужны и стратегический постоянный анализ, это же тоже там нормальные какие-то вещи. Но я сейчас по существу, вот я сейчас, что меня беспокоит, вот знаете, лаосские, по-моему, мудрецы учили Чингисхана, не надо тебе радоваться, когда другие радуются, когда вот там радость, потому что это может еще обернуться обратной стороной медали. А вот я как бы такой момент уже вижу, что вот там уперлись вот Киев, Харьков и прочее там, и вот они поставили эти вот танки в Киеве, в жилых кварталах. Ну и черт с ними, пусть там стоят. Ну и не обязательно туда как бы лезть. И, ну, есть снайперские группы, диверсионные группы, можно их выдавливать потихонечку. Главное это нарушить коммуникации. И главное не в этом. Главное вот за что я опасаюсь, как бы не было вот этого сговора, вот этих вот... ну, как обычно, вот коммунисты, они сидят под лавкой, когда опасность, когда что-то надо принимать ответственные решения. Но вот когда Путин вот начинает как-то мыслить своей головой, когда вот он вот это вот заскорузлость, вот эту вот коммунистическую... Ну, взять того же Шойгу, он же белогвардеец. Ну, и Мария Захарова, она совсем даже не коммунист. И понимаете, вот когда вот здоровые части его аппарата, что-то начинают мыслить, то ну, что-то все нормально получается. Я вот рад бы покритиковать, но... понимаете, какая вещь? Все как бы зависло в некотором таком зависании. Потому что я боюсь, что вот сейчас эти вот вылезут и начнут сговариваться. Я уже слышу, Львов там отдадим полякам, Закарпатье отдадим венграм. Да что вы говорите? Вы понимаете, поэтому... Вот мое-то обращение основано вот к тем русским лейтенантам, к тем, которые сидят за рычагами танков и за управлением боевых машин и тому подобное, за штурвалами и прочее. Смотрите, у вас сейчас есть главное выставить правильную стратегию.
чего коммунисты никогда не умели делать. При том, что в них были и генералы, и все. Но они вот, когда генералы, трудное положение. О, нужен Жуков. О, там московское наступление прошло, а не нужен Жуков, пусть он идет нафиг. Вот, ну вот, и в результате Джугашвили отдает Харьков, Галицию, Бандерляндия, на, забирай, пол Казахстана, забирай там. И, ну, как бы я, ну, и ну, этот бланк подарил Харьков, ну и так далее, да. Криворожскую республику, да, на забирая, там вот это холопы подарили. Смотрите, но я сейчас по военной операции. Что нужно в сущности сделать? У вас полное превосходство в воздухе. Значит, вот не надо зависать на каких-то вот этих вот населенных пунктах, пусть крупных и все. Надо вот как рыбалка. Рыбалка. Ведь Жуков пошел, у него фронтально был удар на Берлин, и ему, конечно, было труднее. Да? Он уткнулся в эти Зиеловские высоты и тому подобное. Ну, так надо было. Так надо было, чтобы отрезать группировку там. Две армии надо было отрезать, чтобы они в Берлин не попали. Но вот другое было положение у Конева. Рыбалка на своих, между вот этими маленькими городками, значит, раскатывал их в блин, потому что его громадные танковые армии рассекали вот эту, те просторы, да, и их ничего не задерживало. Мы не несли никаких потерь, пока, значит, Коневу не пришла фантазия, значит, вот вопреки генеральному плану, значит, захватить Берлин раньше Жукова. И, кстати говоря, что у него, и вот это вот... Затея, она абсолютно у него не получилась, потому что, ну, Джугашвили был рад стравить, так сказать, Конева с Жуковым, да, и с Аркасовским он его пробовался. Но когда повернули, ну, значит, увязли вот в этих укреплениях и все. Вот так же и здесь, ну, вас ничего не задерживает. Ну, что там, кто это, вот эти чуханные колхозники, что ли, остановят танковые армии, да, под прикрытие. Вот идите суворовским шагом до Львова, до Закарпатья, сделайте, выполните свою историческую главную миссию, чтобы вот эти территории... Они могут по сговору с нашими коммунистами уйти. Венгрии, Польши, вот, чтобы эти исконно русские земли никуда не ушли, возьмите и перекройте границу, пожмите руку бойцам Приднестровской армии. Понимаете? Вы, может, у них и получите и поддержку. Так, вот 3 дня вам даю. 3 дня даю вам, чтобы, ну, будем считать это крайним сроком, потому что вы там уже должны быть. Ну, что мешает? Ну, если кто-то там постреливает, отстреливается, да обойдите его, пусть он бежит. Надо рассекать это все мощными танковыми клиньями. Вы нарушите коммуникации, связь нарушите, все. Как только они узнают, что танковые армии стоят, пусть они не взяли, пусть они кружили Львов, пусть они стоят на границах с Венгрией, Польшей и так далее. Да и все, все. У них настроение вот это, вот понимаете, боевой задор вот этих петухов бандеровских упадет.
упадет, понимаете? Ну, это абсолютно понятно, понимаете? Пока какие-то территории, вроде там что-то трепыхается, у них есть надежда, что Запад где-то им там создаст точку опоры. И нельзя исключать таких моментов. Вот. Поэтому главное, что вот эти расставьте фигуры по доске, по всей доске, не чтобы они в одной куче там стояли до Киева. Вот. Теперь второй момент. Вот слышу там вопли. Вот, бандеровцы раздают оружие. Ну, поверните это оружие против них. То есть, ну, давайте вот поставим вопрос, ну, хорошо, вам раздали оружие, ну, так давайте и проведем национализацию всего бандеровского имущества. Вот я просто советую, вот, не вступая там в переговоры с Кремлем, все, прийти просто с белым флагом, выпослать парламентера, договариваться прямо с нашими лейтенантами, что вот нам надо имущество бандеровца Коломойского национализировать. Ну, или там Авакова, или еще какого-нибудь местного упыря, там, понимаете? Вот. Если вот эти вот вещи провести, то, ну и вот, конечно, бы имея государственный аппарат, ну, кое-кто там, вот, к сожалению, продажность проникла во все слои нашего общества, там, что в Бандерлянде, что у нас. Ну, с другой-то стороны, как говорится, не было счастья, да несчастье помогло. Так надо изобретательно, практически действовать. Так давайте вот это вот наймем вот этих вооруженных людей для наведения порядка, хотя бы временно. Вот. Но я так и мне бы там давали оружие, я бы взял обязательно. Ну вот, я взял ружье, взял автомат, ну, или договаривайся с российской армией, да, о совместных каких-то действиях, да, что ты там планируешь, какую, вот там у партии Шария, там, допустим, вот сколько ребят молодых, ну, так вот для вас сейчас золотое время провести все ваши реформы, когда это там будет, Кремль далеко, все далеко, проводите национализацию, отменяйте эту продажу земли и прочее, прочее. То есть устанавливайте свои какие-то органы власти. Все, мы же как для нас. И вот как бы такой момент. А пошла она лесом, вот это вот я и хочу и Шаре, и многих спросить. А чего вот словами Мелехова, вот хочу спросить, а чего эта поганая незалежность нам, казакам, дала? Скажи, пожалуйста, Анатолий, вот я ничего не собираюсь навязывать, да, вот, ну, может быть, путь будет вот до Киева, там, Новороссия, после Киева, Малороссия, понимаете, да? Ну, Новороссия, наверное, войдет в состав России. Если малоруссы хотят, допустим, как-то жить по-иному, иначе, да, ну, и не обязательно быть при этом какими-то дурацко независимыми. Вот, ну, уже вот вы на Евросоюз видите, как там множество государств объединилось, практически единые государства. И что, и что случилось, что с ними плохого случилось? Они создали альтернативную валюту, валюту доллару, да? Чучело, Госдепия бесится, вот, а все время хочет какой-то на окраинах устроить войну, подорвать влияние Европы. Так, а нам-то что мешает? Ну, как бы. Давайте вместе там порассуждаем. Ну вот есть Швейцария, да, там конфедеративное государство, даже, ну, очень сильное, в 3 раза выше уровень жизни там,
Так, ну, давайте вы мыслите. Я понимаю, что многие, не все процессы нравятся, многим не нравятся многие вещи в России. И я открою секреты, мне они тоже многие вещи сейчас не нравятся. Я сейчас не буду выносить ссор из избы, а я просто говорю, ну, хорошо, создайте какое-то свое государственное образование, но мы вполне можем иметь общую армию, общую науку и заключить федеративный союз или конфедеративный союз. И первом и втором варианте есть совершенно положительные как бы плюсы и минусы. Ну, например, я бы даже вот как бы вот если что мне вот допустим в моем государстве, ну, налог на добавленную стоимость, это вот раковая опухоль в любом государстве, потому что более дебильного закона я просто не знаю. Просто чтобы задавить малый бизнес, чтобы не дать развиваться новациям, чтобы вот какие-то крупные компании, вот это, пожалуйста, вы можете сказать, да, вот, ну, у нас, да, мы как бы согласны на объединение, но на основании такого-то договора и на основании того, что у нас вот этих, вот вы хотите в России у себя вот эти, пожалуйста, а вот у нас вот этих, вот этих вот налогов не будет, ну не будет, ну пусть там каких-то дотаций дополнительных не будет, но и вот этих налогов не будет. Вот я как бы, и я думаю, что вы даже выиграете об этом. Ну, может быть, у вас это я, мои мысли чисто. У вас может быть другое там. Ну и соберитесь и выбирайте, кого вы хотите, или Шария, или кто у вас там будет верховный правитель Малороссии, да, или Шарий, или Шилова. Или, я не знаю, там, Баджара, или, ну, я сейчас просто беру первые попавшиеся какие-то имена, так сказать, вот, которые не связаны с каким-то нацистским режимом и тому подобное. Вот. Но я не хотел бы, я вот даже не испытываю никакой симпатии к этому Медведчуку, ну, тем более, что, как я вот знаю, у него эти предки его там где-то там у бандеровцев что ли служили там и, вот, как бы, вот как бы так ну вот просто я сейчас как такой разговор за чашечкой чая сказать. Потому что вот это вот горлопанство, потому что это вот, когда это все необдуманно, когда эти тарабанят вот эти дикторы заученные тексты ни о чем, понимаете, оно ничего не рождает. Мы должны в каком-то диалоге все это устаканить, урегулировать, потому что, ну, вы подумайте, вообще ситуация какая там в... Я послушаю Шария, да, там пел, он говорит, что вот вы неправильно делаете. А когда правильно мы бы делали, когда полетели бы в сторону Москвы ядреные бандеровские ракеты, да, тогда бы мы как бы в ответку по Киеву ударили по одной мегатонной, да, что-то же надо будет делать, да, ответку включать надо будет. А как иначе противника остановить-то? Тогда какие бы жертвы были? Он говорит, там кто-то погиб, там
Я понимаю, а кто несет ответственность? Ну, 8 лет долбили. Вы просто отведите из серой зоны вашего, отведите из серой зоны вашего иска. А у нас лягушачьи прыжки. Мы борзые лягушки. Мы так прыгаем. Мы как мы не хуже там обезьян, да? А мы не скачем, мы не козлы. Ну вот, как бы так, ребята, даю вам 3 дня. Никому я вот ни Закарпатья не отдам, никому не отдам, ни Львов. И пусть, если кто из коммунистов там что-то себе там наковырял в мозгах и решил там поторговать русскими территориями, то они будут в конечном счете очень разочарованы. Всего доброго!